Приветствую вас, дорогая церковь. Greeting to you, dear church. Я благодарен Господу за эту возможность быть здесь вместе с вами. I'm thankful to the Lord for this opportunity to be here with all of you. Меня зовут Тарас Умреш, я прилетел из солнечной Калифорнии к вам. My name is Taras, I'm from California. И, знаете, в двух словах, если можно, коротко себе, 10 лет тому назад, когда я приехал в Америку, и вот я вспомнил ваши слова, когда вы говорили, что вот я рад видеть человека, который хотя бы что-то может сделать, да, но я могу и машины делать, и сайдинг, и ремонты дома, потому что когда приезжаешь в Америку и $300 в кармане, скрипка, не языка, один чемодан, и никому не приезжаешь, то как-то оно было сложновато, но тогда я не знал Бога, сейчас я знаю Бога, и жизнь совсем по-другому у меня. About 10 years ago I came to America, I did not know God at that time. It wasn't easy for me, so now I know the Lord, and now it's much easier for me to serve Him. Бог мне подарил жену, она верующая, подарил нам дитя, девочка у нас 8 месяцев. Я надеюсь, будущая скрипачка, она об этом еще не знает. God gave me a wife, a child, and we will have a second child soon, right? Yes. Я имел в виду, что надеюсь, она тоже будет скрипачкой, будет прославлять Господа на инструменте. And I hope that the next child will be a violinist as well, so that we praise the Lord. Как пастор уже сказал, у меня несколько альбомов. Я стараюсь писать музыку в разных стилях, и еврейская, и христианская музыка, традиционная и более современная. Потому что я много учился, и считаю, Богу тоже нужны профессиональные музыканты. And I have a couple different albums, different styles, and different cultures music, so I have a lot of music. И я уже играю на скрипке больше 24 лет, но слава Богу за то, что именно 7 лет тому назад я понял, для кого и для чего я служу в этой жизни, служу через этот инструмент. I've been playing for over 20 years, but about 7 years ago I realized who I'm playing this for. Слава Ему за это, и хотел бы поделиться с вами своим опытом и прославить нашего Господа. Слава Ему. May the Lord be glorified. I just wanted to share my experience and glorify the Lord together with you.